Здравствуйте, сегодня я вам покажу, как поменять клавиатуру на нетбуке Samsung модель N100. Для того, чтобы поменять клавиатуру, нам надо сначала открутить три болта снизу обозначенные. Нет, для начала мы снимем аккумуляторную батарею, чтобы обесточить аппарат. Все, аккумуляторную батарею сняли. Потом выкручиваем три болта, которые обозначены буковками КБД. Все, вот мы их выкрутили. Достаем их по одному и убираем в сторонку. Теперь переворачиваем. Ноутбук мы перевернули, теперь нам надо снять клавиатуру. Можно ее поддевать за кнопочки, но можно их поломать. Берем нашу твердую отвертку, точнее тонкую отвертку, и вот то место, где мы открутили болтик, аккуратно давим. Все, клавиатура у нас поднялась. Теперь аккуратно его поднимаем, чтобы не оторвать шлейф. Здесь, значит, у нас разъем крепления, поднимаем вверх ключ, и клавиатура у нас, шлейф клавиатуры отсоединяется. Клавиатура здесь слегка залита была, но ничего страшного. Теперь ставим назад ее. Также аккуратно кладем шлейф, захлапываем ключ и устанавливаем на место клавиатуру. Закрываем, переворачиваем и прикручиваем назад три болтика. Первый, второй и третий. Все, клавиатура у нас установлена и ровненько лежит. Все, спасибо всем за внимание.